сцену приглашаются для получения аттестатов выпускники 11 А класса. Наказ по Харківській загальноосвітній школі номер 91 про випуск учнів 11 класів зі школи та вручення атестатів про повну загальну середню освіту. На виконання закону України про загальну середню освіту, наказу Департаменту освіти Харківської міської ради про порядок організованого закінчення 2016-2017 навчального року, наказую вручити атестати про повну загальну середню освіту таким учням: Гаврилову Антону Олеговичу, Дробот Марії Олександрівні, Я хочу выучиться, добиться всего в жизни, чего я хочу. Очень много. Желтовой Алине Володимировне. Меня зовут Алина Желтова, я учусь в 11 классе. Я занимаюсь спортом, акробатикой. У меня кандидат, я буду пытаться получить мастер. Буду стремиться к этому. Колотюк Юлии Сергеевне. Танцы. И занималась разделем танцами. Ну, вообще, я сначала бальными, а теперь современными. Хорошо. Коляда Анастасии Сергеевне. КПИ, думаю. Экономиста. Кубаревой Таисии Сергеевне. Так мне хочется уходить со школы, так хорошо, все-таки классно, но не знаю. Потом взрослая жизнь, вот пока молодые, надо наслаждаться вообще-то, правда? Потом всего этого уже не будет. Поэтому сейчас все-таки, ой, школа, там зачем она нужна, там все такое. А потом сто раз еще пожалею, да? Леоновой Дарине Костянтинівні. Лимарю Владиславу Дмитровичу. Лечение, рыбалка, ну, плотва, сибирь, ласкирь, речка, речь. Ну, спортом. Ну, турнир, просто бегать. Лобанову Микиті Владиславовичу. Пуль Максиму Вячеславовичу. Куда планируете поступать после школы? КПИ. КПИ? На кого? Компьютерная технология. Mm-hmm. Кем это ты будешь? Автоматизация производства. Mm-hmm. Стригуновой Анастасии Андреевне. Да, хочу сдать хорошо ЗНО, поступить. Вот. Не знаю, что еще. Или Каразина, или Юракадемия. Но если Каразина, то Иньяс переводчик. А Юракадемия, ну там еще спорный вопрос, еще не решен. Сулканян Эсмеральди Титальевне. Быть пока не знаю. Хочу хорошо сдать ЗНО и потом уже решить. Куда поступить? Да. Любимый цвет? Бирюзовый. Сухомлинову Игорю Костянтиновичу. Хочу поступить в КПИ. Я на экономиста. Опять здесь.
Даже не знаю, ну как и у кого как сложится. Терешонкову Владиславу Олександровичу. Терешонков Влад. Ушкалову Олександру Олександровичу. На следователя хочу. Куда поступать? В Харьковский национальный университет внутренних дел. Цибулько Наталії Сергіївні. Чтобы я добилась всего, чего хочу. Все? Чтобы ты скромно. Машину еще хочу. Какую? Большую. Желаю всем любви. Вау. И детей побольше. Шершукову Андрею Сергеевичу. Чтобы все получилось, то, что они запланировали. Хорошо. У тебя увлечения какие-нибудь есть? Я люблю играть в игры. Шутеры. Шутеры? Какие да. Шутеры? Там КС-очка, там Battlefield, Call of Duty, ну типа такого что. Яворскому Ильи Игоровичу. Яворский Илья Игоревич. Год рождения? 99. Чем занимаешься? Ничем. Вообще ничем? А в школе хоть учишься? Иногда. Нагородити похвальними грамотами за особливі досягнення у навчанні окремих предметів. Дробот Марію Олександрівну. Убарєву Таїсію Сергіївну. Анастасию Андреевну.